Подкульт привет всем, а заодно физкульт привет, потому что давно хотел рассказать про свой собственный комплекс зарядки, который у меня уже лет 25 особо не меняется. Может быть, кому-то он тоже поможет. Ну, а кто-то, может быть, возьмет часть этих упражнений и прибавит какие-то свои. Первое упражнение такое. Вот так вот несколько раз. То есть вначале надо раскачивать голову, расшевеливать голову, потому что содержимое головы, оно иначе там, ржаветь начинает. Надо его это поболтать. Потом вот так, раз, два, три, четыре, и то же самое, значит, вниз, нижние полукруги. Кто-то говорит, что вредно крутить шеи полностью, но я не разделяю этой точки зрения. Крутили полностью. Следующий объект — грудная крутилка, так называемая. Дальше вот так. Но это все довольно стандартные для всех, кто делает зарядку, упражнения. В этом прикиде я бежал полумарафон в это воскресенье. Ну, для себя неплохо пробежал за 1:51, хотя, конечно же, с точки зрения профессионала это фигня полная. Профессионалы там за 1:20, 1:15 могут бегать. Даже мои друзья, которые раньше бегали хуже меня, тренировались, научились 1:30 пробегать полумарафон. Вот. Ну, я не собираюсь пока все бросать и учиться быстро бегать полумарафон или марафон, потому что я фанатею от пеших выходов на весь день. Все-таки я, в основном я это люблю. Вот, крутилки всякие для всех предметов тела, да? Вот, и конечности, рук, плечи. Раз, два, три, четыре. Опа, опа, опа. Вот так вот, как бы, попробовать себя на предмет пружины ли ты. Можешь ли ты закрутиться? Вот, постепенно более низким. Значит, делам. Это что такое? Замерз сразу. Еще. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Два. Три, четыре, пять. Четыре. Растяжечки вот в этом направлении идут. А потом вот в этом направлении. Вот. Раз, два, три, четыре. Опять пружинит, пружинит. Тело должно пружинить. Хорошо. Закручиваться туда-сюда. Вот так вот. Так, чуть-чуть вот такие круги. Теперь опять крутилка ножная.
Все должно крутиться, как на шарнирах. Вот. Последнее из таких дотурничных и добросевских, это вот такое. Вот. Ну и вообще до силовых как бы. Это упражнение не силового блока, все. Потом будет силовой блок. И вот такое. Все равно на улице круче зарядка делать, чем дома. А зимой на улице не получается делать. Ну и вот терпение, скоро начнется силовой блок. Там будет на что посмотреть. Раньше я делал пистолеты. Что-то у меня стряслось в какой-то момент. Какая-то там была травма. Ну не знаю, то ли травма, то ли что-то в этом духе. Ну вот, и пистолет. Теперь я умею делать пистолет только держать за что-то. Вот, например, вот так. Ну вот, собственно, хваленый выход силы в исполнении профессора математики. Ну вот все-таки да, все-таки такое односторонний. Я вся мечтаю научиться делать выход силы вот, ну, двусторонний одновременный. И летом почти удалось, но вот все же пока не наработал. Ну и, конечно, сразу же. О, я же еще забыл. Вот. Все, маткульт привет и физкульт привет одновременно. Делайте зарядку.